Ну, быстрее, быстрее. Как тебя зовут? Хорошо, подойдешь. Давай. За тебя много заплатят. Следующий. Как тебя зовут? Александр. Так ты можешь говорить? Да, сэр. Я хочу домой, к маме. Ладно, он еще говорить умеет, оказывается. Пожалуйста. Мы не хотим быть ослами. Отпустите нас. Тихо. Вы, мальчишки, повеселились, теперь будете работать. Как этот жук болтал там, а? Он так говорил, как будто с нами что-то может случиться. Совесть. Кому она нужна?